Привет! В последнее время вы часто мне пишете про Варвойда. И поэтому я решила отобрать несколько видеороликов с его канала, и сейчас мы вместе их заценим. Здесь у нас будет магическая битва, рэп про неё, Резеро, тетрадь смерти, которую я хочу пересмотреть, потому что смотрела очень давно, и моя геройская академия. Давайте тогда начнем с магической битвы. Это аниме мне очень понравилось, и я жду продолжения. С большой силой приходит, что наплевать. Ведь не обязан геройствовать простой школьник. Не буду ли жалеть, я не буду ли виноват, коли два моих сэмпая отправятся в иной мир. Все же шло своим чередом, но последнее напутствие дедушке, чтобы исполнить рыву обычной жизни скорлупу напролом. Идя зло, как оказалось, спустило глубоко корни духи из отрицательных эмоций. Проклятые предметы, и мне, походу, придется. Это было так мерзко, но... Выбора нет, нужна сила мне, что-то давно берет вверх. Вылезли словы потоки, потоком выросло око. Кто бы подумать мог, что пробужусь в эту эпоху. Приду лики демон, жив ногти, лезвия наши. Всех взят смерть, не держись, верни мне тело, мужик. Тут пришел Годзё Сатору Годен, который на всё... Говорят, вроде во втором сезоне будет рассказана его история. Очень хочу увидеть, он такой крош. Кто бы доступно объяснил демону разницу сила мне, что меня казнят или буду работать с ним. Планы стерты комом. Он красиво пропел. В горле тяжестью вины живет внутренний демон. И остается лишь отпор дать или сдохнуть покорно. Моментально был перевернут мой мир тайной скрытой войны. Магическую технику, ну эту диалектику учимся вместе, как нести вас вместе врагам. Цена ошибки высока, попадется особый уровень, ударится в бега Кугисаки спусти гуру. Но я духа не задержу надолго, даже себе не помог я толком. И выпускаю наружу монстра, пускай он сам как-то разберется, мир сглаз. Мне это прям очень сильно напоминает Наруто, его связь с девятихвостом, то, что он в нем заточен, команду номер 7. Сердце вон, ассоциации такие вот. Все было весело, вдруг просыпаюсь, потёрта память. Он прикольно так припевает, мне нравится. Второй шанс, а раз так в этот раз я стану сильнее. Всю энергию во мне использовать не умею. Потрачу побольше дней, научусь работать с ней. Это на что она сдалась. Планы стёрты комом, в горле тяжестью вины. Живёт внутренний демон. Как он красиво пропевает. Блин, моменты, где он пропевает, мне прямо очень зашли. Тайно был перевернут мой мир тайной скрытой войны. Ведь я более прокачан, время для новой задачи, перспективы испытать силы передо мной маячит. Только чем полезен буду, должен был разведать просто. В итоге завел друга, но мир проклятий не создан для жизни людской безмятежной. Неужто не помнишь, каким ты был прежде, друг? То, что с душами творит этот проклятый, проклятый дух, неискупляемость. Сердце тьма бежит по артериям до кулаков. Смысл жизни потерян, но найдена цель. Я убью его, я изгоню его, что больше не допустить. Я готов лечь костьми, но меня одного маловато. Пока что гнева порыв меня может убить. Надо дальше расти, и однажды... Планы стерты комом, в горле тяжестью вины. Живет внутренний демон, и лишь отпор дать или сдохнуть покорно. Моментально был перевернут мой мир тайной скрытой войны. Классно. Если вспомнить предыдущие работы, это одна из моих самых любимых у Варвойда, которые я слышала, которые видела. Мне понравилось то, как он здесь пропевал красивенько. И, кстати, если вдруг вам было бы интересно посмотреть «Магическая битва» за сколько-то минут, я постараюсь найти такой видеоролик. Блин, мне самой интересно посмотреть, кто как опишет это аниме, повспоминать его, тем более перед тем, как выйдет второй сезон, который я обязательно буду смотреть. Так, Резеро, я смотрела только первый сезон, второй частично. Ой, у меня водичка кончилась. Это такая привычка постоянно пить воду. Эх, Субарушка.
я моргаю. Торговый квартал, полулюди, давай. Дивный новый мир, я молю тебя. Силу помимо верь себя подари, дабы мило миновали меня препятствий, не получал в закал. Блин, сейчас вот услышать строки и увидя Субару в самом начале в этом мире, и осознавая, что будет дальше, какой звездец это. Это просто... Ну и, кстати, если подумать, то это аниме задало некий тренд на исекай. Как поддыхать шпаны, огрелся в лучах тепла, рук свет луны, красивая, добрая, чуткая хотя, дева. Хотя, может, с Сау почему случилось? Моя кровь покидает чрево? Я таращусь, ничего не одупляю, все события, моменты себя сами повторяют. Два раза три наружу внутренности, ты скажи мне, есть ли сила хуже временной петли? Есть возврат только при смерти. Без невыносимой боли никак. И что-то постоянно мне давит и колет сердце. То моралит планету проклятая рука. Алтарь снова раскроет шипастый зева. Ты страдаешь, чтобы вытащить и спасти всех. Думаю, вы уже поняли, что мне такое нравится пропевание. Выбрать бег, каким же образом ты в сотый раз противишься судьбе. Я открыл глаза, дали гарем, а не под зад. Наконец-то вот только нет, мне нужна всего одна. Однако я тут долго жил, и каждый важен для меня стал. Приложу максимум сил, дабы не считали балластом. Я подучивал язык, видел в жизни, в литературе, что мир всучивал грехи отцов, или же их заслуги. Не на голубом глазу все судят по тому люде, по тому потомкам ведьмы, как Эмилия, нигде. Ни рады, ни верхи, ни середняк, ни низы. Но это вопреки для меня лишь призыв. Пусть я слабак, что страхом пропах, я очищу. Еще ее имя, как просто все на словах. Но едва ли избегу ментальных трав. Орган зрения продрав, ты просыпаешься с утра и понимаешь, сколько раз ты оставался без нутра. Если тело храм души, значит моя почти мертва. Не каждый бы смог преодолеть все, что преодолевал Субару в этом аниме. Сейчас вот смотрю и думаю, почему я все-таки забросила второй сезон. Алтарь снова раскроет шипастый зева. Ты страдаешь, чтобы вы тащить и спасти всех. Ты бы мог и попросту выбрать бег, каким же образом ты в сотый раз противишься судьбе. Меня рвали стаи собак в лоскуты. Ой, да. И лишал будущего Моргенштерн. Это чем-то похоже на шамак. Черный дым, что всю ману забирает мою. Но лишь тем, что я больше не хочу видеть. Да я так тронусь, выживу из ума, вот представьте. Вы мирно в кровати спите, я каждый день вхожу в свой осознанный кошмар. Ой, не хочу. Где человека это меня ужасно. Заживо едят? Звери, где культисты убивают тех, кто дорог? Почему попал сюда, я всем дорогу перейдя? Почему я чувствую этот бескрайний холод? Чтобы никого не потерять, я маленький человечек, просто стискиваю зубы. Был бы клинок, сжал бы крепче рукоять, но проклятье есть только плоть, слово, ум и позитив. Активный настрой, мой единственный меч. Если буду опустошен, изможден, мне бы улыбку увидеть на колени прилечь. И увечья излечены, духовный подъем, такой большой объем, его хватит на вас, на тех, кто оставил надежду, скрипя сердце, я спас вас от смерти. И раз так, то смогу спасти от самих себя. Концовка красивая с Эмилией, очень классно подобран момент и очень чувственно. Здесь столько жести было показано из Резера, прям стало не по себе и вспомнила свои эмоции от просмотра этой анимешки. Так, тетрадочка смерти, я безумно давно ее смотрела, может даже лет, блин, 10 назад, серьезно, очень давно. Это то аниме, которое стоило бы пересмотреть. Потечка, потечки нет. Ну, капелька есть. Ладно, все. Все. У нас тут тетрадь смерти, между прочим. Но, честно скажу, мое мнение, тетради смерти больше подходит. Вот рок, что-то такое прям жесткое. Музыка, как из опенингов. Вот что-то такое больше подходит. Любитель яблочек! Представь, если б ты мог убить кого хочешь, не оставив следов и никаких себе почестей. Бог, чья кара провинившихся бьет, чтобы подарить боль причинившим
ее. Смотрю в окно, вниз летит Death Note. Тетрадь заберу почитать перед сном. Вижу несколько правил, правда едва ли, но новости так на голову давят. Встал с кровати, рискну, проверю имя, написал время откровений. Погиб террорист от сердечного приступа. Быстрее людям удалось спасти. Мир людей, сладкое яблоко раздора. И теперь я смогу наедаться вдоволь. Сколько лет я был дома, скука с ума свела. Но предзрелище мне дарует Егамилайт. Мне вот, кстати, говорят, что я вот так сижу, подражая Эл, но суть в том, что я сижу так уже очень-очень давно, и даже до просмотра этого аниме я так сидела. А однажды я даже из-за того, что вот так сидела, получила сотрясение головного мозга, когда смотрела Гарри Поттера, заржала очень сильно, кресло было хлюпким, далеко не такое, упала, ударилась и сотряс. Как-то так. Поэтому вот, чтобы вы знали, а то мне часто такое говорят. Эл, конечно, классный, но я сидела так еще давно. Не знаю, почему мне безумно нравится эта поза. Я чувствую себя, сидя так комфортно. Раньше я на реакциях стеснялась так сидеть, типа, ну, некрасиво там, вот это колени в экран пихать, кому это нафиг надо. А потом подумала один раз, а фиг с ним, расслаблюсь и буду сидеть, как мне удобно. Так что да. Червям не место в этом плоде, так. Давай же мир облагородим. Бог сей страх крылья расправь. Расправ, мир ждет расправ. Полумрак, кто мой враг? Этот Эл захотел смерти, мне не дурак. Как же так? Он не прав. Я спасу этот мир, да начнется игра. И в ней победит объективно один. Тот, кто хотя бы на шажок впереди. В битве разума, в жизни на кону, но мы не разные, мы одинаковые. Без имен и без лиц. Новый день открыл новый лист. Чтобы сегодня маньяков убить, покарать ведь не может этого власти. Аппарата я вынужден брать ручку в руку. Как он всегда писал имена. На горе черепов, и тут не о чем речь вести. Ведь я и только начал. Кармы закон, тетрадь подняла меня так высоко, что мне уже не спуститься никак. И я просто во тьму новый делаю шаг. Кто бы так смог, я стою на краю, совсем одинок. И я все отдаю, чтобы все отобрать. Отбросов не жаль тех, кто мне будет пытаться мешать. Мир людей, да, вот эти движения. Яблоко раздор. И теперь я смогу наедаться вдоволь. Сколько лет я был дома, скука с ума свела. Но в предзрелище мне дарует Егамилайт. Да, червям не место в этом плоде. Так, давай же мир облагородим. Бог сей страх крылья расправь. И расправ, мир ждет расправ. Вот это, кстати, прикольно. Расправ, мир ждет расправ. Интересно, это слово. Правильная цель ясна, я не у безумия в пасти. Пробудиться ото сна, мире жить станет безопаснее. И пусть дорога к цели мертвыми телами будет полностью усеяна. Вы выбирали сами свои судьбы. Я расплата за грехи, жертвы неизбежны тут. Среди хороших и плохих, и в миллионах паутин, что кропотливо сплетал, чтобы не дать себя найти. Могу запутаться, и сам я знал. Это офигенное аниме. Но когда мне посоветовали посмотреть его впервые, мне оно не понравилось. Тогда я была ребенком, мне было около 11-12 лет, мне сказали, что это очень классное аниме, посмотри. Я посмотрела и испугалась. И к этому аниме вернулась, по-моему, годам уже 13-14. И тогда, когда, повзрослев немного, я его посмотрела, оно безумно мне понравилось. Так что, может быть, кому-то оно с первого раза тоже не понравится, покажется жутким, это нормально, потому что это аниме жуткое, блин, бог смерти, какие-то убийства, жесткие убийства, ну и детективчик просто офигенно. Но в то же время, действительно, не прям для всех и не прям для каждого. Ну что, моя геройская академия очень светлое, доброе аниме, хотя со своими проблемами и с жестокими порой моментами, которые странно перекликаются с какой-то детской наивностью, что ли. Да? Классное аниме. О! Рожденный без причуды героем точно не станет, но Мидори по плечу он читает, грезит мечтами о том, как спасал людей бы. Живенько да так. Уже улыбаясь, и вроде ясен удел был, но уже ли не попытаюсь. Всемогущий Деку хочет быть, как он, не упущен. Будет шанс металлолом с пляжа бы убрать 10 месяцев испытаний. Учеба, сон и да, но остался только экзамен. Бой дать злу врагам, герой один за всех. И сколько новых ран покроет дело. Стой, где ураган покроет.
всем ценой, любовь спасать святое дело. И вот в геройской академии, но труден каждый шаг, ведь эту силу в слабом теле организму не сдержать, и только принципы железные, а кости не так крепки. Но реальность идет вразрез с обучением, вопреки обстоятельствам. Злодеи не дремлют, и качества, что ты ежедневно взращивал безнадежно, пока что слабые в миг, когда ты это поймешь, превзойти же свой лимит. Я только что вспомнила, что посмотрела трей на мою геройскую академию за сколько-то там минут первую часть, а вторую так и не посмотрела. О май гаш, надо это исправить. Бой дать двум врагам, герой один за всех, и сколько новых ран покроет дело. Стой, где ураган, покой, не то совсем ценой. Тут больше пропивает. И музыка такая прям. Они он не сломались, и тело режет боль, он ударит палец о палец, переломан, но живой. Наследник величайшего, будущий символ мира, 100% получай же. Сам себя экскумирую, будучи с детства фанатом, был взят пар под гранат и тащил вес сколько надо. Удача где здесь она, я вижу, как на руках появляется трещина. Мечта напугать может, но будет встречена с высоко поднятой головой. Ты не понял, тут каждый воин и пожертвует собой ради жизни другого. А кто не верит в это, очень зря, герои чувствует боль утрат, когда изнутри горят плюс пульта. А, чё, серьёзно, всё? Уже конец? Как-то немного странно, что в предыдущих работах, вот которые я сегодня смотрела, в трёх, я примерно понимала, где будет конец. А в моей геройской академии ощущение как будто расслабилось, может быть, из-за музычки, может быть, из-за того, что он больше как-то пропевал, что сижу такая, типа, а чё, всё? А чё, всё уже? Все аниме, которые были здесь сегодня пропеты, зачитаны как раз-таки Вервойдом, они офигенные. Как и его работы, я не могу выделить какую-то одну, потому что они мне все понравились. Если в прошлый раз я могла создать некий топ, что мне понравилось больше, что меньше, то здесь мне понравилось, ну, прям все. Очень круто также то, как он подбирает видеоряд, яркие моменты из каждого аниме, чувственные, которыми ты проникаешься и осознаешь, какие же все-таки испытания проходят герои, чтобы прийти к своим целям. Как же долго они к ним стремятся и как же страдают, чтобы спасать людей. Ну или же, как, например, Лайт, наоборот, убивает людей. Очень жалко, что Элла не особо, кстати, он показал в тетради смерти, в рэпе по тетради смерти, ну, как бы да. Спасибо большое за просмотр, вы реально очень сильно просили реакции на Вервойда, поэтому я решила записать, хотя не планировала, я почему-то думала, что вам наоборот это не очень зашло, а сейчас посмотрела, там так много просмотров, то есть просто, когда я загрузила эту реакцию, был отклик не такой значительный. Ну, мало людей писало. А сейчас, спустя время, я вижу, что у вас все-таки есть интерес к моим реакциям на Вервойда, поэтому периодически, если будете напоминать на стримах или по другим реакциями, то буду вот так вот просматривать по 2, может быть, по 5 роликов за раз. Спасибо за просмотр, отличного тебе дня или же доброй ночи, не знаю, когда ты смотришь ролик, и пока!